город мой Киев, тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя. Витаю, дорогие друзья. Сегодня 14 ноября 2015 года. В прошлом видео, когда мы знакомились с Сережей, моей племянницей Любиным другом, был тост, и Тамара произнесла, что череда хороших событий, чтобы не заканчивалась. На Востоке есть такая поговорка. На небесах есть вот такие перья, или как ангелы, которые молятся за нас. И в тот момент, когда мы произносим что-то хорошее или плохое, они делают аумин. В этот момент сбывается все, что вы говорите или думаете. Поэтому нужно думать только о хорошем, только приятные должны быть дни. И все плохое надо от себя гнать прочь. Потому что в этот момент может аумин айтада. То есть в перешле говорят аумин. Аумин — это когда молятся по-мусульмански и двумя руками, это я не могу показать, сейчас держу одной рукой эту палку, а двумя руками делают аумин. И Тамара, когда произносила тост о том, что череда хороших событий, чтобы у нас не заканчивалась, в этот момент перешли и сказали аумин. То есть сегодня, когда мы собрались сюда приехать в Дринтал на Авалоне, в аквапарк, пришли все вместе, Галя с Васей, с Тарасом приехали с Канева, то, значит, выясняется, что Тарас хочет нас познакомить со своей девушкой. Племянник Тарас, это сын Гали и Васи. Очень радостное событие, как я вам уже говорила, мы любим прибавление. Кроме того, значит, что мы два дня рождения в один объединили, и еще мы знакомимся с девушкой Тараса. И слава Богу, что у нас одни хорошие события. Сегодня еще не хватает моего брата Валеры и его жены Гали. Они у нас в Средней Азии, в Каракалпаке живут. Валера, привет! Галя, привет! Привет моему сыну Варшаву тоже передаю. Мы вас всех любим и ждем уже скорее домой. Вот, дорогие мои, делюсь вам радостью, смотрите, желаю вам тоже всего наилучшего. А самое главное, всегда думайте о хорошем. Света, покажи, как делает аумин перешлек. Чтоб вы знали. Вот такая очередь в аквапарк. Заполняешь еще заяву. Мы заполняем заяву. Что ты согласен со всеми условиями. Есть такой лифт. Так, детей очень много. Я так облокачиваюсь еще без соли. И что? О, здесь какие-то... целый зоопарк обезьян. Происходит знакомство. Пока меня не замечают. Она сразу признала меня, да. Так и мал противник не стал. Всегда. А еще дальше. Олег, запечатлеваю события. Это Олег, племянник Леся, его жена Камал. Тамара сестра, Света сестра, Галя самая старшая сестра, Вася муж Гали. Это Тарас, племянник, сын Васи и Гали. И Оксана, подруга Тарас. А еще Людочка стоит в очереди за билетом. Ну что, побачили? А вот Людочка, которую вы знаете, купила нам билетики. Вот если
семейка. Семейка Адамсов, как эта семейка называется? Молодежь, как наша семейка называется? Адамсов, как? Это точно. Ладно, не Адамсов. Чего мы, вампиры, еще те? Ага. Покажи. Да. Все, шкаф закрыт. Вот душевые женские кабины. Очень много всяких шкафов. Все чистенько, аккуратненько. Душевая. Это мыло, шампунь и мыло. Ополаскиваемся. Пока утро. Душевые кабины. Идем. Проход до аквазона. Заходим. Ох, какой тут кит. Так, ну вот вход в душевой кабины. Мы пришли. Такие рыбы гигантские. Ноги поцелуют. Видели такое? Здесь какой-то динозавр или кто там. Шум стоит, гам. Ой, ура! Весело. Парк, значит, взрослая зона. Горки, развлечения. Если у вас мальчик купальник слишком откровенный, то вы можете сделать как я, чуть сезона. Придумать. Шарфик сюда. А вы слишком а, шарфик ты туда приделала. А еще смотри. А еще имя Светлана, видите? Все подписано. Катильные, еда, релакс-зона есть. Для детей детская есть горки, тоже развлечения. Тоже кушать, сауна и комната матери и ребенка. Есть такое дело. Ну, детей сейчас покажу. Играют это водное поло. Так, что тут у нас? Черепашки. Черепашка, джакузи, зона лагуна, аттракционы, гирки для детей, дичачьи зона. О, хвылевые бассейны, речки. То есть эти волны, хвыли это волны. Так, бронежилеты висят, смотрите. О, какие там киты. Идем туда. Так, куда ж мы ушли? О, это для детей. Видите, очень мелко. Ой, какие киты. Здесь можно. Это бар пицца. О, в сумке забыла селфи-палку. Так, идем дальше. О, здесь хорошо видно. Вот. Как будто под водой. Дети гоняют. Так, идем дальше. Бабочки. Бабочки. Очень тепло, как в сауне, жарко даже. Здесь играют в теннис. А здесь вам покажу еще рыбок. Угу. Усатая, волосатая. От аквариума отойти-то невозможно. И вторая-то даже. Сними меня. Хорошо. А здесь вот такие беленькие рыбочки. Ага.
пристает серая рыбка. Очень много разных. О, посмотрите, вот эта рыбка какая интересная. Огромная такая. О, камень проглотила, вы видели? Это. Сейчас покажу. Отдыхает. Альбинос, наверное. О, какая вредная, обожгите. Ой. С таким причудливым ртом. Покажу, смотрите. Еще скат. А вот еще сомик, наверное. Так, идем дальше. Крокодил. Живой крокодил. Ага. Пауки разнообразные. Паук такой огромный. Ничего себе. Мокрый футбол называется зона. Тиранозавр, чи как он там назывался? Яйце вылупляется. Змея. Так, мы не так далеко ушли. Я вам хотела показать и чуть-чуть отстала от них. Привет, привет! Да-да-да, салют всем моим подписчикам. А этот хамелечек такой. Угу. Тоже привет, 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 привет! Да-да-да-да-да. Да-да-да, приветствуешь нас, да? А этот какой? Шустрики. Привет-привет тоже. Ну, нам надо идти. А то если я буду стоять возле каждой черепашки, я не успею покупаться. Хотя мы будем целый день здесь. Не знаю, что это такое. А, это, наверное, типа дракон такой из стены со всех сторон. Голову покажу. Так, вот это взрослая зона начинается у нас. Горки. Горка, можно спускаться. Ой.
Ау? Кто снимает? Ищу наши, где они? А, тоже нет никого. Тоже не можете найти? А, детские не могут. Ладно. Хорошо. Опять жилеты. Чем жарче, чем дальше, чем жарче. А здесь, смотрите, тоже. Экстрим-зона. Наверное, все здесь на экстриме у нас. Везде динозавры юрского периода. А вы куда? Наконец-то я вас нашла. Олег с Лесей. Да. Анна. Как на гинекологическом кресле. О, детки тут. Так. Затор получился. Так, сейчас посмотрим, как они будут тут плыть. Ку-ку! Это команда. Давай. О, поплыли, поплыли. А там как будто лава. Ох, и жарко же здесь. О, здесь вот так вот водичка льется. Они отсюда, вон Камал с Олегом, дальше поплыли в ту сторону. Кто-то выпал с баллона. И в каждом месте вот где можно померить свой рост. Вдруг вырос за 5 минут. О, мама с деткой. Живут себе. Видео снимите, пока они купаются, потом когда...
Камал Олега снимала? Жарко, как в сауне, да, Люда? Слышишь, я забыла селфи-палку в сумке. Вот придется возвращаться. Олег, что скажешь? Что сказать? Купаемся. Зрителям привет! Купаемся. Купаемся, отдыхаем. А, Люда идет тоже. Вот и Люда, и Олежка, и Камал, я их всем люблю. А вы идете в волейбол играть, да? На теннис. Теннис? Ты уже купалась? Да, а где наши? Вася с Галей лежат, делают массажи на спину. Ага. Давайте туда. Я тебя сниму. Ну, пошли. Мини-ботикам привет. Массажи делают спину. Класс, я хочу. Люда уже отдыхает. О, Тамара, смотри. Массаж? Массаж чего? Тамара делает массаж спины себе. Вода теплая? Горячая. Горячая даже уже есть. Тамара, я сейчас быстро поснимаю и тоже плюх сюда. А еще кому надо, вот гейзеры. Да, еле удерживается девочка. Птеродактили. Вот такой островок, можно покушать там. Так, все, мне тоже не терпится, побежала я. О, Света. Свету выталкивает вода. Гейзер. Ложись на гейзер. Ляг на него. О, Вася, Вася. Вася, ты как с юбкой. И Галя сюда пришла. Мало вам одного бассейна, да? Горячая? Горячая? Да, горячая вода. Вот сколько этих бассейнов много. Боже, если вы знали, как я вспотела, здесь так жарко. О, Света плавает. У-ху! Так, Тамара пошла. Thank you.
побороть не может. Никто не может побороть эту стихию. Еще одна птичка. Галя, ты что, с фонтаном танцуешь? У-ху! Три русалки! Это что мы делаем? Проверяем, сколько у нас на счету, сколько мы можем потратить. То есть подносим. Осталось 1:42 минуты и 800 гривен на средства. То есть я могу потратить 800 гривен. Это мне как кредит дают. Кредит 800 гривен тебе дают, да? Можешь тратить сколько хочешь. А потом при выходе оплачу. А здесь детская зона. Посмотрите, сколько обуви. А здесь вот взрослые меньше людей. А где дети, это вообще тиша. Шума больше. Стрелялки.
приехали. Ох, малыши. Ой, какие маленькие. О, молодцы. Ух ты! Oh, big dog.